вас жар в теле, очень сильный жар. Надо есть больше зелени, по вечерам два-три раза в неделю лежать в теплой воде. Вам нужно учиться неподвижное положение тела и пост до обеда. Так вы сможете жар из тела убрать. Когда жара не будет, тогда беременность не будет замерзшей. И еще самая главная причина – это позднее вставание с постели. Во сколько сегодня вы проснулись? Ага, начали с этим бороться. Но хотели проснуться в 9, да? Все, вот это значит правильно. Все, вот я вам сказал. Вот все это делайте, и будет все нормально. Можете, если боитесь, можно камни поставить, это тоже помогает. У нас есть такие услуги, мы можем убрать вот этот жар в теле с помощью камней. Но это вспомогательное уже. Сначала вы делаете то, что я сказал. Если еще нужна чуть-чуть вам волшебного пиндаля, тогда мы можем камни поставить. А в основном вы сами побеждаете судьбу.